Добрый день, уважаемые посетители веб-сайта www.sgk.lt. Сегодня мы находимся в гостях у Виконоса, и перед вами Виктор Лакин, генеральный директор компании Виконос. Просто директор. Просто директор. Хорошо, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы сегодня задать несколько вопросов о нашем футбольном фестивале, а также компании Виконос. И вот первый вопрос. Что такое Висагинес Кап, на ваш взгляд? Что такое Висагинес Кап, это покажет ближайшее будущее. Как говорят, народе цыплят по осени считают. Ну а то, что сегодня я знаю об этой инициативе, об этом проекте, вызывает только приятное. Мысли навевает, приятно будоражит воображение. И то, что уже сделано, это, несомненно, шаг вперед. Это шаг вперед в деле популяризации футбола в нашем городе, в Висагенесе. Это и футбольный портал первый, это и хорошая очень инициатива по проведению летнего фестиваля футбола. Ну и я думаю, остальное покажет время. Как вы сказали, футбольный портал, мы также хотели бы поблагодарить Виконос, поскольку именно вы первыми начали публиковать свои новости, что внесло разнообразие в портал и также, то есть, это внесло интерес посетителям, которые приходят и читают новости. Спасибо вам. Позвольте вас поблагодарить, поскольку это единственный портал, который действительно доносит до жителей нашего города хоть какую-то информацию о футболе. Поэтому, наоборот, я благодарю вас. Второй вопрос. Как вы уже знаете, организационный комитет составил проектный план, с которым вы смогли ознакомиться. Нас интересует следующий вопрос. Что особенного, на ваш взгляд, предлагают организаторы и чем отличается футбольный фестиваль Висагинес Кап от Кубка и Виконос? Я опять повторюсь, что чем отличается Висагинес Кап от Кубка Виконоса, мы увидим через некоторое время, надеюсь, увидеть это. Надеюсь, что, очень хотелось бы надеяться, что Висагинес Кап превзойдет Кубок Виконоса. Не хотел бы, чтобы создало впечатление, что какая-то ревность будет со стороны меня, например, как учредитель этого, одного из учредителей этого турнира. Надеюсь, что он превзойдет нас по уровню подготовки в плане, что именно это будет действительно футбольный фестиваль, это будет праздник, это именно то, чего не хватает Кубку Виконоса. До чего у меня руки не доходят, у нас руки организаторов. У нас есть хороший спортивный турнир, хорошая спортивная интрига, но вот, действительно у нас не хватает праздничной атмосферы, не хватает развлекательных мероприятий, не хватает работы со зрителями. Вот, надеюсь, это все продемонстрирует Висагинес Кап. Хорошо. Как вы считаете, почему стоит командам из Висагинеса или из других городов принять участие в футбольном фестивале? Здесь, наверное, этот вопрос исходит из предыдущего. Обязательно нужно принимать участие, поскольку наш город всегда славился тем, что футбол в нем – это вид спорта номер один. И турниров, как таковых, в городе не хватает. Не хватает, особенно для, скажем так, футболистов-непрофессионалов, для футболистов-любителей. Если так называемые наши профессионалы, то есть это игроки команды Виконос, они играют в различные турниры, там первенство уезда, первенство республики, то простые ребята, они лишены футбола, они практически не имеют возможности выступать в турнирах. И то, что было до этого года, это скоротечные турниры, которые проходят там день города на запыленной грязной площадке, там скоротечные, это, конечно, никому это не устраивает. А если появится турнир, который действительно, так как заявлен организаторами, пройдет хотя бы на
50% заявленного уровня, то это будет, конечно, отличный турнир на зеленом газоне, на прекрасном стадионе. И действительно, что, поверьте мне, я объездил почти всю Литву, стадионов нашего уровня в Литве, ну, можно действительно по пальцам перечислить, это так оно есть. Возьмите даже Вильнюс, в Вильнюсе такого стадиона в сегодняшний день нет. Точно. Мне так кажется. Полностью с вами согласен. Двигаясь дальше, хотелось бы поинтересоваться, то есть, как бы Виконос помогает, очень оказывает большую поддержку организационному комитету Висагинес Кап, в том числе это консультация, это финансовая помощь. Нам хотелось бы, скажем так, преподнести эту информацию зрителям, почему именно вы пытаетесь помочь организационному комитету Висагинес Кап. Есть такой очень хороший, как говоря языком молодежным, слоган. Говоря по-старому, это называется «Дефидиз ФИФА». Все для футбола, футбол для всех. Так вот, вот этот девиз является моим жизненной установкой в плане футбола. И поэтому футбол для меня это и хобби, это и любовь на всю жизнь. Поэтому все, что от меня зависит, я делаю для того, чтобы помогать футболу. И еще раз повторюсь, что инициатива оргкомитета Висагинес Кап заслуживает не только морального одобрения, поддержки, но и, в первую очередь, конечно, заслуживает материальной поддержки, поскольку любое начинание хорошее, можно очень легко опошлить, обгадить, раскритиковать. Но когда именно в такое время кризиса, время, когда везде все плохо, молодежь выходит с такой прекрасной инициативой, нужно делать все, чтобы не отбить у нее эту охоту заниматься, а помочь. И именно помочь, ну кто же поможет молодежи, как не, ну, скажем так, не старики, не предприниматели. Причем мало помочь сегодня словами, нужно помочь иногда и деньгами немножко. Вот поэтому и Виконос по мере возможности окажет финансовую поддержку оргкомитету Висагинес Кап. Спасибо большое. И, наверное, таки последний вопрос, самый интригующий, самый интересный, как для организаторов, так и для компании Виконос. Собирается ли Виконос выставить свои команды, может быть, одну или две, и участвовать в футбольном фестивале в августе? Виконос, то, что я называю большой Виконос, это команда, которая, в состав которой входит 25-30 человек, игроков нашего города, обязательно будет принимать участие в турнире. И причем, как и во всех кубках Виконоса, участвуют наши игроки. Но одно из непременных условий, которое выдвигаю я как руководитель команды перед нашими игроками, это то, чтобы не создавать суперкоманд. То есть наши игроки распределяются по кучкам или по должны взять костяк, вокруг себя собрать молодежь или других ребят и создать команду, чтобы команды были более-менее равны по силам. И действительно, чтобы это был праздник футбола, а не битва за футбольную корону города. Понимаете? Потому что Виконосу не с кем сегодня конкурировать в городе. Мы и так чемпионы всего и везде. Поэтому вот так будем участвовать. Обязательно будем участвовать. Я сам буду играть. И команда наша будет, может, будет называться единственное, что звезды Виконоса. Так, это несколько эпатажно, но это для того, чтобы отличить Виконос, команду Виконос, которая действительно является лучшей командой города, уезда, от той команды, которая выступает, например, в домашних турнирах. Ясно, ясно. Большое спасибо, Виктор. Хотели бы вас поблагодарить за это интервью. И также надеемся, что мы встретимся с вами в ближайшем будущем. Надеемся, до встречи на футбольном поле. Большое спасибо. До свидания. До свидания.